Еще два часа назад трио, которое выйдет сейчас на эту сцену, могло легко превратиться в дуэт. Дело в том, что между парнями произошел конфликт, который перерос в ссору. Смогут ли наши участники решить свои проблемы и выйти на сцену, чтобы бороться за свою мечту, узнаем из сюжета. А эту тройку за 5 минут организовал музыкант из шахтерского городка Вадим Разумный. Еще на этапе кастинга парень сдружился с обаятельным Бегой Атабалыевым. Он мне нравится. Ну просто как человек нравится. И нравится, как он, как артист. И успел оценить хорошие вокальные данные грузина Ираклия Маруашвили. Я знаю, кто как на что способен, и мне нужны эти ребятки. Лидер тройки Вадим Разумный сразу принялся за постановку номера, в котором каждому отвел определенную роль. Ты работаешь на Меладзе, ты работаешь... Выбирай, на кого ты работаешь, на девушке, я работаю на парне. Несмотря на то, что ребята репетируют 4 часа подряд, самостоятельно поставить номер не удается. Капец, сколько... Блин, мне надоело, это просто как меня бесит. Соберись. Да потому что я психую. Не надо, уберите камеру, пожалуйста. Я уйду. Уберите с меня камеру. Я тоже уставший просто. Парень тоже уставший. Все уставшие. Но во мне просто, несмотря на то, что я не ел, не спал, ну и так далее, энергии не меньше. Я не могу ни танцевать, ни полноценно петь. Если ты лидер по-настоящему внутри, тогда ты еще больше понимаешь ответственность за группу. Мне все равно, я не лидер. Я вообще, если честно, хочу домой. У него стрессовая ситуация, это чувствуется. Я надеюсь, что он реально успокоится. Мне хочется сделать очень хороший номер, чтобы мы лично получили удовольствие. Из-за несобранности Вадима Разумного на генеральном прогоне тройка не смогла показать все, на что способна. Все плохо. Это не выступление. За оставшееся время этим пацанам нельзя отходить от меня. Надо делать все для того, чтобы там выступление перед жюри было достойнее. Хватит ли Ираклию Маруашвили лидерских качеств и твердости характера, чтобы сплотить команду и выступить достойно? Ура! Вокально, харизматично, круто. Вадим Разумный, Ираклий Маруашвили и Бега Атабалыев. Конечно, я понимаю, было сложно пережить эту ночь, да? Что случилось? Что за конфликт у вас возник? Ну, я немножко занервничал, и поэтому как бы немножко сорвался. Но ребят меня привели в чувство. Ираклий грузинский парень сказал: «Слушай, успокойся, я тебе говорю». Первыми выбирают девушки. Вадим
Вы очень харизматичны, хорошо поете. Вы нам нравитесь. Бега, мы просто прикованы к вашим фотографиям. Вы очень симпатичный парень, вы двигались тоже очень неплохо, но, к сожалению, хромает вокал. У Ираклия чудесный голос, прям как пластинка, вы зазвучали сначала. Но единственный, который выбивался так, вот именно по визуальному ряду. В общем, мнения наши разделились, но надо принять решение, девочки, кто? Давайте. Мы голосуем за Вадима. Вадима. Да! Спасибо, девочки. Мой воздушный поцелуй. Плюс один голос у вас. Мужчины, ваш вердикт. Ну, на самом деле, выступление было, мягко говоря, не слаженным. Это, безусловно, так было. Вокально вы друг друга пытались перекричать, и это, конечно, не бойз-бенд. Ну, в принципе, это простительно вам сейчас, на данном этапе. А, тем более, что вы готовили это ночью. Во-первых, вы зажгли по-настоящему. Спасибо вам за действительно за такую сплоченность. Это очень подогревает. Но формат есть формат, да? Вы понимаете, что нам нужно одного человека выбрать, да? Приговор? По нашему мнению, проходит ну, Вадим. Разумно было Вадим, бы... Вадим. Итак, и девушки, и мужчины сошлись в своем мнении. Но теперь главное. Выбор Константина. Вы знаете, мне всегда очень нравится настрой. То, что вы не упали духом, то, что вы реально пытались здесь, прямо вот на наших глазах, что-то там склеить, создать, устроить реальный такой для нас праздник. Мне кажется, что наиболее органичным, я даже сказал, в какой-то степени мне показалось лидером в данном выступлении, был Ираклий. Вадим, Ираклий, мы поздравляем вас, вы переходите в следующий тур, а с тобой, Бега, мы прощаемся. Вы выступили круто, молодцы. Каждый по-своему, у каждого есть свои недостатки и нюансы. Каково было от девушек первым услышать, что ты, и потом мальчики, что ты? Да я, честно, вообще, Тебе все равно? Нет, я ничего не до конца ничего не понимаю. Вам желаю удачи. Дальше. Вот так адская ночь проявила мужской характер темной лошадки Ираклия Мурашвили. Он не дал расслабиться тройке, чем спас команду от позора на сцене. Но поскольку продюсер отбирает самых талантливых, вокально Бега проиграл своим коллегам по группе.